зашли до нашего любимого парка Порт-Авентура. Вуди-вуд, Питер! Вуди-вуд, Питер! Мой любимый герой теперь. Я горжусь, 5-й год мы идем сюда. Идем сюда и испытываю опять такой же драйв. Сейчас расскажем, как дешевле билета купить. Так билет стоит 50 вон евро на один день. Один день. На 2 дня стоит 60 евро. Вот люди в кассу стоят. Покупаете с кем-нибудь на пару на 2 дня. И получается билет стоит 60 евро на двоих. Делите, да, с кем-то. Двое человек и двое покупаете это. Делите. Мы так делаем, если на один день. Но если первый раз, то, конечно, одного дня будет очень мало. Мы просто 5-й раз уже. А первый, говорю, раз. Туалеты тут такие шикарные. Дай-дай-да-дай-дай. Тут проходная система. Главное взять карту на русском языке, где будет написано... Где все шоу, во сколько состоятся, в какой зоне. И вначале прочитать, во сколько, что по времени. Так, все, заканчиваю, а то проходить.